Всем привет, друзья! Меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик. Мы сегодня поиграем в игрушку Dark Deception, а здесь вышла фан-версия не от настоящих разработчиков, а от какого-то чувака, его зовут The Freebie, и, в общем-то, выглядит все очень-очень круто. Я не проходил в оригинальной версии главу с пиратами, потому что у меня просто-напросто это не получается. Я замучился с этим прохождением, я дофига времени потратил, у меня так и не получилось. Вот, и я из-за этого не играл в еще там следующую главу сутками в какой-то канализации, либо что-то типа того. Хотя вы мне писали постоянно продолжить, но вот сейчас, благодаря этому видосу, я вам могу уже объяснить, из-за чего я не могу продолжить. Ну, в общем-то, давайте сыграем. Здесь у нас какое-то лечение, я не знаю, как это слово переводится, первое. Но, в общем-то, здесь будут медсестры бегающие. Посмотрим, что к чему. Настройки... Не знаю, у меня тут что само он выставил. Поставим изи, потому что я очень плохо играю, как вы поняли, да? И... Началось. Так. Ага. Ого, тут как... О, тю-тю-тю-тю. Так. Там медсестра. И чё? Чё мне с ней делать теперь? Это я могу так смотреть. Это убить всех поблизости? Что? Чёрт возьми. Это невидимкой стать можно? Лол. Что за балдежные функции? Оба. Капурики. Я пока что тыщу, да, все, ребят? Ага. Очень круто. Нифига себе. Ладно, давай дальше. Это что? Нет. О-о-о! Ёк-макарёк. Какое-то самоубийство странное. Так, меня уже посылают отправлять... Ой, искать эти шарды. Это что? Скорость? Уиу-уиу. Ну это надо все успевать менять, это же ок-ок-ок, это все очень сложно. Это все капец как сложно. Телепорт это? А нет, я не то использовал. Так. А, телепорт вообще без понтовщины, он не прокачан ни капельки. Я буду, короче, просвет смотреть и вот этот вот взрыв. Вообще топово, да? Хоба! Ну приветствую, уважаемые. Это мы можем пройти? Не, не можем. Так, ну если чё, короче... Так. Ага. Ну я очень медленный. Так. Ага. Ух, ёкарный бабай. Здрасте, здрасте. Там подружка была, я в обратку туда пойду. Нормально, но с этим X-Ray'ем... Чё за? Валим. Понял, меня спалили. Я не ту кнопку нажал. Опа. Тихо-тихо-тихо-тихо. А, вон она. Так. Нормальная тема. Ну, ничего тогда, согласитесь. Очень круто. Вообще, не то, что круто, это обалденно сделано. Я бы не сказал то, что это не настоящие разрабы вообще сделали. Ну, просто прекрасно же, а? А ну-ка. Так. Иди за ним. Так. Но особо никого нет поблизости. Я не знаю, сколько их всего. Я особо не быстро бегаю, но мне кажется, что они потом активизируются очень жестко. И мне уже вся вот эта байда, которая у меня есть, ну, просто-напросто не поможет. Ага, здорово. Здесь лазеры какие-то. Разрабы совсем обленились. За них уже делают игры фанаты. С ума сойти. Причем так круто. Я не буду брать этот кристаллик, потому что, по-моему, стопит. Мы, если что, в какой-нибудь экстренной ситуации его юзанем. А как это открыть? А, подожди. Есть идея. Попробуем. Так. Ага. Ага, ну фигушки, он не телепортирует. Ах, плохо. Очень плохо. Так. Ага, ладно. Меня там чуть не задело, конечно. Так, ну и за... Тихо. О, идет. Блин, обалдеть. Фух. Подруга напугала меня, кобзец. Что за фигня? Мне, по-моему, еще замедлили.
если мне не показалось. Что за... Я капец испугался этой... Чё? Меня как будто бы замедляет. Стой. Может быть, нам невидимку использовать? Так. Мне кажется, невидимка тема. Не знаю, насколько она. Все. Опа. Смотрите. Нифига. Я не могу использовать, они меня уже увидели. Ты чё? Микеланджело, ё-моё, нифига себе ниндзя какая-то. Вот это она меня фигарит. Я понял, у меня вообще... Вы видите, как у меня обалденно получается играть? Вообще отстой, блин. Я ничего не могу. Нафига скорость юзанул? Так, ладно. Вот смотрите, хопа. Ааа, нати. Ах ты чё, подлец. Она замедляет меня. Офигеть. Я ведь говорил, меня замедляет какая-то байда. И вот ее эти пилюльки, которыми она стреляется. Ну нафиг. Ну короче, классно ее зануло, она ко мне подойти не смогла. Пока что это самое такое, этот, как его, ну, не беспонтовое из того, что я использовал, да? Как вы поняли. Так, вражда, не знаю. Какие-то эти обходы дурацкие. Все чисто? Да вот что вот это такое? Как туда попасть вообще? Как это дело открываться? Это немножко расстраивает. Здесь много такого. Туда нельзя телепортом? Или подожди, может все-таки можно? Я не верю, что нельзя. Так, хоп. Нет, он меня туда не телепортирует. Че за фигня? Зачем ты замедляешься? На shift не нужно удерживать. Вот я тупица, я сам себя замедлял, оказывается. Все, я понял, принял. Надо было бы мне раньше догадаться до этого. Здесь, оказывается, переключение режима. Ты на shift нажимаешь, это переключение режима бега и не бега. Опа, вот теперь все. О, ё-моё! Откуда ты вылезла-то? Ё-моё, это надо час этот X-Ray дурацкий использовать. Капец! Ну все, пипикает у меня тут. Смертей этот, как его, я уже много... Чё-то поумирал так. Это очень плохо. Подожди, верни мне. Угу. Что это за... А, они закрыты. Чё за... Вы слышали? Я слышу. Смотри. На! Подружань, отдыхай. Тихо. Отдохни. Подружанечка. Так. Опа. Надо эту байду почаще использовать, а? Капец. Они меня просто иногда резко ловят, и это самое тупое. Ага. Так. Давай юзанем. Поблизости вообще никого... А, подожди. Во. Нет, ну, действительно, поблизости... Подожди. Поблизости все чисто у меня. Нет, я по-любому, конечно, проиграл уже, у меня очень мало жизней. Но, в принципе, как бы, может быть, я максимум смогу выйти из того, что имею. Ладно, я предлагаю немножко постоять. Они передвигаются, эти подружане. Так. Никого вообще нет рядом со мной. Как бы они мне тут дарят, так сказать. Вот это вот все. Это я сейчас их заторможу этой желтенькой. Но это хорошо. Но мне надо сначала понять, где они находятся, чтобы их тормозить, да? Так. Но они вообще, как бы, очень далеко от меня, я даже не знаю. Как бы. А, еще у меня вопрос, как за решетками собирать? Это самое странное. Здесь есть просто мега огромные территории, которые я не могу проверить. Так. Давай. Ага. Они, по-моему, телепортируются как-то сами или что? Просто иногда мне кажется, что они как-то очень странно. Почему это не открывается? У меня уже указатели, как бы. Здесь, видимо, какие-то рычаги есть. Телепорт явно не работает. Телепорт просто явно не работает. Вот одна, смотри, там стоит. Ну, мы от нее, короче, уйдем как-нибудь там. Я не знаю.
по кругу что-то я немножко решил. Ну, что-то как-то у меня вот туда тянет, к этим кристальчикам. Че, куда меня еще будет тянуть-то? Прикольно, мне очень нравится, серьезно. Это как бы, ну это не официальный разраб, понимаете, ребят? Это капец как офигенно. Я просто в шоке. Угу. Собираем. Они не могут двери открывать, вопрос? Я вот не знаю. Так, сейчас я лучше пережду, короче. И этот, перезагрузочку вот эту и попробуем. Так. Ну, есть одна здесь. Причем капец как близко. А? Опа! Нашел секреточку. Здрасте. Ой-ой. Ага. Здорово. Пока. Вот так-то. Подружание, я ушел. Так. Меня снова спалили, конечно. Ну, у меня... Ох! Ладно, я, короче, заново начну. Нет, подожди. А можно в менюшку выйти? Хочу посмотреть, что я там открыл вообще. Блин, они так резко прыгают. А это у меня, ну как вообще? Оно не открывается, понимаете? Вот в чем проблема. Это я на изи, меня капец разносит. Я, честно, не пойму прикол. Я нашел самые обалденные из всех вот этих вот. Это X-Ray-чик и взрыв. Ну, конечно... Стоп! Может быть, через эту решетку можно магнитами? Что-то я не допер. Может, невидимка еще тоже хорошая тема? Но, по-моему, у меня один раз я испробовал, если меня уже спалили, то как бы это не поможет никак. Вот в чем проблема. Ладно. Давайте... Ага. Здрасте. Так. Ну, я тормознул по дружаню. Все нормально. Так, и я вернулся обратно. Ну что? Тихо. Используем. Так. Э? Что же ты будешь делать-то? Не пойму, что от меня требуется. Порой так резко выпрыгивают. Ага. Здорово. Воу, на превьюшечку нам надо что-нибудь? Надо, конечно. Ладно, валим. Она меня, конечно, сейчас будет догонять. Они какими-то таблетками пуляются. Я не пойму, что это за таблетки. Ага. Так. Ну, что я? Нормально вроде бегу. Она меня палит, конечно, все равно. Сейчас вторая подружка появится. Тогда... Ух ты, ё-моё, пришла еще. Две сразу на меня напали. Блин, это сложно. Они телепортируются. Они телепортируются. Ну, Dark Deception всегда была сложной игрой, это факт. Не считая первого времени, когда только-только все это вышло, тогда было легко. Я там, помню, на ранг S аж проходил, но потом все усложнилось миллиард раз, просто я ничего не могу делать. Я просто ничего не могу делать. Ну ладно, в общем-то, ребят, сыгранули. Я не знаю, можно ли через решетки с помощью магнита забирать. Я вообще не понял, как этот магнит работает, если по чесноку. Вот попробуем. А-а-а. Неплохо. Собрали. Так. Ага. Ну, капец, она, конечно, ниндзя жесткая. Ладно, в общем-то, ребят, давайте на этом закончим. Вот такой вот видосик. Думаю, вы были рады возвращению Dark Deception. Хоть это и фан-версия, она достаточно неплохая. Вот, думаю, в общем-то... Вы не так уж и сильно расстроитесь. На этом все, не забывайте делать стандартные ютубовские делишки. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока.